В нашій студії завітав тренер з публічних виступів Сергій Стужук. Вітаємо вас! Доброго ранку! Минулого четверга разом з Віктором Дяченко ви розглянули 5 трендів сучасного публічного виступу. Хотілося б продовжити розгляд цих тем. Ви розглянули тільки перший тренд. Так. Зараз хотілося б продовжити цю тематику і поділитися все ж таки з нашими телеглядачами секретами якісного публічного виступу. Дорогие друзья, мы в прошлый раз рассмотрели вопросы зрительного контакта. Это как раз то, чего мне с вами сегодня не хватает. Но для того, чтобы мы перешли, собственно, к рассказу, я хотел бы напомнить, что же эти за 5 трендов, тех 5 инструментов, которые вплетение в вашу речь дадут вам максимальный КПД, вы добьетесь своей цели. Так вот, это зрительный контакт. Это первое, что вам обязательно нужно делать. Второе – это эмоции. Третье – энергии, истории. Ну и, конечно же, вам нужно понимать, что всегда нужен юмор. Именно об этом и пойдет сегодня речь. Ну, собственно, можно сразу и рассказать. Я пропоную уже розпочинати, тому що, я думаю, наші телеглядачі навіть же нотатнички підготували, щоб за вами записувати. Можно писать. Даже лучше, так хорошо запоминается. И первое, конечно же, это энергия. Современный спикер, он энергичен. Можно иметь замечательный контент, очень полезный и нужный для вас. Но если вы будете читать его монотонным, тихим, спокойным голосом, без зрительного контакта и жестов, у вас не будет соответствующей реакции. Потому что энергия – это мощь, которая заставляет людей сделать то, что вы хотите от них. Это темп, это тайминг, это пластика движений. А чи не забагато всего этого для публичного выступа с таким напором до глядача? Хороший вопрос. На самом деле, когда мы говорим о темпе, нужно понимать, что это не быстроговорение, потому что быстроговорение – это как раз вред. Это не уверенно в себе. И даже если вы спокойны, вы так манера вашего выступления, люди будут ощущать, что вы либо боитесь, хотите избавиться от этого и уйти быстрее со сцены. Фух, потом вздохнуть, наконец сделал, убрал, все. Поэтому темп – это говорит о том, что вы не должны делать ненужных пауз. Все должно быть слажено, заранее подготовлено, слайды, раздатка, что-то еще. Мы часто видим такие ужасные моменты, когда спикер поздоровался, все здорово, а сегодня я вам расскажу об очень важных вещах. А сейчас вам покажу слайды, да. Залазит в компьютер, поворачивается спиной, мы видим все эти прекрасы, он залазит в интернет, на экране мы видим всю его домашнюю кухню, которую совсем не обязательно нужно было бы смотреть людям. И потом включает, не здесь. И начинается эта чехарда. Теряется внимание, теряется интерес. Похороны. Всем же цікаво, что же там на рабочем столе компьютера, и что же он слушает, и что же он дивится. Совершенно верно. Интерес может быть к чему угодно, только не к тому, чему хотел бы спикер привлечь внимание. Тайминг. Очень важный момент. Это наравне с зрительным контактом. Если вы хотите что-то сказать, максимально сжимайте свое выступление. Есть исследование в Ютубе, что ролики в 3 минуты смотрят в 7 раз чаще, чем ролики в 5 минут. Представляете разницу? 3 и 5 минут. А наше выступление бывает затягивает на 1.5 часа, на 2 часа и так далее и тому подобное. Поэтому все выкидывайте. Только основное, только самое главное. Если у вас есть что-то сказать, дайте это в раздатке. Дайте это ссылками. Дайте это на дисках, либо на флешках. Все остальное... Работайте таким вот образом. А як же позбутися того, що ще в університетах нас навчають? Готуєш якусь доповідь, як найбільше, тоді викладач буде задоволений, що ти багато підготував. К сожалению, это уже прошлое. Мы сейчас говорим о современном публичном выступлении. Выступление 21 века. 20, ну, преподаватели. Раз много подготовил, значит, хоть что-то делал. Это, да, объем. И самое главное, это еще и инструмент манипуляции студентов. Я также преподаю в университете. Я знаю, что это такое. И когда я раньше еще учился, я знал, что если я много принесу, у него не будет времени это прочитать. И если я красиво расскажу, выступлю, будет пятерочка. Он не будет смотреть то, даже если оно не играет никакой роли. Пластика. Современный спикер раскрепощен. Без жестов это не современное выступление. Вы должны обязательно жестикулировать. Потому что если вы этого не будете делать, ваша информация не дойдет до людей. Можно делать все, что угодно. Можно засовывать руки в карманы, можно садиться на стол. А чи не є це невихованим якимось жестом, руки в карманы, сісти на стіл? Правильно, да. Сейчас очень часто задают такие вопросы. Особенно классическое выступление, которое было 19-20 века. Там были соответствующие моменты. Некоторые люди даже, выступая, они зашивали себе карманы, чтобы случайно не засунуть. Но мы сегодня в современности. И сегодня спикер может сделать все, что угодно. Засунуть руку в карман,
Это даже своего рода раскрепощенность. Можно с аудиторией поговорить как свойский товарищ. Современное выступление, если вы хотите узнать, что это такое, это разговор. Как выйдет лично ваше публичное выступление? Вспомните, как вы сегодня с утра общались за кофе, за чаем в семье. Как вы разговаривали с друзьями. Вот ваше выступление. Именно так нужно выступать. Не надо эти с трибуны призывы вперед достигать ура. Нет, это неинтересно. Разговор ваш, вот ваш стиль. Так вот, возвращаясь к нашим карманам, наоборот, как раз это хорошо. Даже две руки, чего не было еще в 20 веке, допустимо, если это позволит вам достичь лучшей цели. Конечно, я обучаю людей больше избегать две руки в карманах, потому что это небольшое пренебрежение к аудитории. Но если уж вы руку в карман засунули, то уж не шевелите ее там. Люди неправильно вас там поймут. Стол, все можно делать. Главное избегать, опять же, нефункциональных жестов. Вот эти, когда надо жестикулировать. Так, хорошо. Ось, я про це і так далі, і тому подобне. Чи не буде митушні від того, що людина зараз послухає, задумається. Треба зробити багато жестів для того, щоб стати ближчим до народу, до слухача. І це буде митушливо і забагато. Нефункциональные жесты, конечно, это не очень хорошо. Это лишнее, это будет отвлекать. Поэтому они должны быть функциональны. Самый легкий способ, мы не можем сейчас передачи все рассказать, но раз уж возник вопрос, берете две тяжелые книжки и выступаете. У вас не будет ненужных жестов, у вас будут только те жесты, которые нужны. Вот и все. Это самый такой легкий лайфхак. Что казалось, хотел бы перейти к следующему вопросу. Тут нужна энергия. Есть. Второе. Это у нас юмор. Да, юмор. Современное выступление всегда с юмором. Оно должно быть. Независимо, вы выступаете на свадьбе, либо у вас серьезное выступление на каком-то даже серьезном мероприятии. Защита. І так далі. Людям подобається юмор, їм хочеться цього. Якось важко уявляється на захисті той самої дисертації чи дипломної роботи розказати якусь смішну історію членам комісії. Я завжди це використовую, тому що я також пишу дисертацію по використанню средств масової інформації як інструмент захвату і удержання влади. І я вам хочу сказати, на докторское, на кандидатское легко. Я даже скажу, даже на самых печальных мероприятиях можно использовать это. Посмотрите на наших лучших спикеров. Кто сейчас завоевывает сердца людей? Люди, которые используют юмор. Если юмора нету, эта речь не современная. Сразу вам хочу сказать. Четвертое – это эмоции. Современный спикер эмоционален. И если вы хотите людям сказать то, в чем вы не разбираетесь, в то, что вы не верите, люди не поверят вам. Вы можете обмануть одного человека, а аудиторию обмануть невозможно. Поэтому используйте эмоции, показывайте эмоции, не стесняйтесь их, наоборот, даже нужно проявлять. Покраснели? Здорово! У вас какие-то слезки, это класс! Не стесняйтесь этого, продолжайте свое выступление, оно будет эффектным. И на самом деле необычный пятый прием, который нужно обязательно использовать, это истории. А наскільки вони влучні у ділових якихось публічних виступах? Тому що так само, як і гумор використовувати, ставати і розповідати якісь свої історії житейські, також, на мою думку, з 20 віка публічних виступів, це якось недоречно. Я хочу сказать, что все это я делаю не просто то, что я это выдумал. Действительно, это все 5 пунктов, это моя авторская работа, и я вам хочу сказать, что это исследование, это мой жизненный опыт и оперативная работа. Я знаю, что люди все любят истории, всем хочется слушать истории. Это хорошие примеры в вашем выступлении. Если вы скажете, да ну, здесь деловое выступление, пусть посредством массовой информации, пусть по истории, либо о чем-то другому. Просто пример привлечь, это одно. А когда вы расскажете, когда это с вами произошло, когда вы нашли, вот представляете, в библиотеке на верхней полке я достаю запыленную книгу 17 века, фух, пыль, наверное, ее еще люди читали, да, и там я нашел. Представляете, какое это было классно. Тут и жесты, и эмоции. Все. Без этого, если просто скажете, согласно источнику номер 35, там графа такая-то, это говорит об этом. Все говорят сейчас так. Это прошлое, это неубедительно. Это минус. Нужно добавлять плюсы к своему выступлению. Истории любят все. Истории мы любили с детства, и любим сейчас, и любим в старости. Истории это примеры, и самое главное, это используют топы. Самые лучшие спикеры, история у них достигает до 100%. И даже здесь мы видели Тони Робинса. И даже первого из современных, который написал еще 100 лет назад, ораторов, Дейл Карнеги, возьмите его любую книгу. Возьмите любую замечательную книгу. Убирайте примеры истории. Там не просто примеры, это именно истории. Убирайте, у вас останется 10 страничек. 5 страничек, не больше.
Он рассказывает, это понятно. Людям больше понятно, когда это с кем-то происходило. Особенно, если это происходило именно с вами. Когда это происходило с вами, особенно недавно, это очень хорошо. Поэтому, друзья, хочу еще раз напомнить. 5 трендов, 5 инструментов вашего успешного выступления. Это зрительный контакт, это энергия, это юмор, эмоции и истории. Вы вплетаете их в свое выступление, и ваше выступление будет суперским, классным. И самое главное, вы можете от него даже получить удовольствие. И еще главнее, удовольствие получит ваша аудитория. Дякуємо за такі дійсно корисні поради. Мені дійсно захотілося повторити все те, що ви сказали, тому що цікаво, як на це буде реагувати публіка, наші телеглядачі. Особливо, думаю, для студентів, які дуже бояться робити свої перші доповіді, перші виступи перед тією ж самою аудиторією, перед тими самими викладачами, для них дуже корисно буде з допомогою ваших порад відчувати себе більш впевнено, тому що вони будуть знати, вони сучасні, вони модні, і вони можуть завоювати увагу. А знаете, что больше боятся студенты? Я очень хорошо студентов знаю, особенно первого курса. Я с ними работаю уже не один год. Чего боятся? Выступать. Они боятся страха. Он может быть подготовлен быть на 100%, но он боится. И этого, на самом деле, это боятся не только студенты. Многие, я занимаюсь индивидуальной работой. Первое, что человек говорит, я не могу, у меня все хорошо, я все знаю, я компетентен, но я боюсь. И у нас цикл передач. Так. И не следующий четверг, а через четверг у нас будет, да, новая тема. Это будет страх. Как побороть страх? Как использовать его и получить драйв от своего выступления? Смотрите нас, и вы увидите, как это легко сделать. Чи зможемо ми після нашої зустрічі за 2 тижні у четвер дійсно вийти після передачі і нічого не боятися? Да. Ну що ж, беремо обіцянку з нашого гостя. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. І я думаю, варто повідомити нашим телеглядачам, що окрім зустрічей у нашому ефірі, вони можуть з вами також поспілкуватися поза ефіром. Ой, большое спасибо, дорогі друзі. Якщо ви дійсно хочете овладіти навиками сучасного публічного виступлення, я приглашаю вас 14-15 октября, это суббота-воскресенье, в торгово-промышленную палату Николаевской области. Там за один день и за второй день, за 2 дня полных занятий, вы пройдете полный курс и овладеете всеми навыками, которые вам понадобятся в жизни. После этого вы можете еще 10 лет не ходить по именно этим вещам ни на одни курсы. Это я вам гарантирую. Дякую вам, что завітали сьогодні до нашої студії. Нашим телеглядачам я нагадую, що до нас завітав тренер з публічних виступів Сергій Стужук.